Всем привет! Сегодня на канале Mother's Knitting разберем все самые горячие новинки и модные тренды наступающего сезона. Мода на вязаные вещи набирает обороты, будь то офисный деловой лук, прогулочный сет или же романтический образ. Вязание не только спицами, но и крючком сейчас актуально как никогда. Последние модные показы пестрят новинками не только на осенне-зимний, но и на весенний-летний период. Фаворитом верхней вязаной одежды остаются кардиганы. Их любят за практичность и удобство. Цветовая гамма самая разнообразная – голубой, бежевый, зеленый, красный. Смотрятся потрясающе. Особое внимание стоит уделить узорам и рельефным рисункам. Косы, шишечки, листочки, объемная вязка будут очень актуальны. Кардиганы можно носить в любом образе, начиная с романтичного и завершая деловым. Кардиганы круто смотрятся с юбками и платьями, шортами и брюками, босоножками и ботильонами, кроссовками и ботинками. Трудно найти более универсальную вещь. Хитом в новом сезоне станут различные накидки и кейпы. Они прекрасно впишутся в большинство гардеробов, подойдут для любого типа фигур и станут стильной заменой пиджакам и кардиганам. Не менее популярны и любимы будут топовые новинки кофт, свитеров, джемперов и пуловеров. Дизайнеры предложили носить свитера круглый год, включая и теплый сезон весны и лета. Красивыми будут луки, связанными свитерами и шортами, и юбками, брюками и джинсами. Модными будут крупная вязка, объемные рукава и красивые узоры. Среди трендов в этом сезоне оригинальные и стильные вязаные аксессуары, длинные и объемные шарфы, а также красивые милые шапки крупной вязки идеально дополнят любой лук на холодный сезон. Шарфы и снуды прекрасно сочетаются с верхней одеждой любого типа – пуховиками, пальто, кожаными жакетами, пиджаками и свитерами. Вязаные сумки – один из главных трендов сезона 2021. Монообраз очень популярен – костюм и сумка в одной фактуре. Аксессуары в стиле хендмейд пользуются большим спросом и у знаменитостей. Сумки похожи на баскетбольную сетку, связанные крючком и украшенные бахромой, выполненные в технике макраме, вечерние и повседневные, всего не перечислить. Рюкзаки, связанные крючком из глянцевой рафии и джута, не могут не привлекать внимания. В топе этого сезона вязаное платье разной длины, от короткого мини в формате вязаного свитера до приталенных миди-фасонов. Длинные платья макси или в длине до колен можно носить с ботильонами или полуботинками. Вязаные платья-свитеры лучше всего носить с высокими ботфортами или сапогами до колен, а также подойдут грубые армейские ботинки. Для создания уникальных моделей вязаных платьев дизайнеры использовали все преимущества вязальных техник, а это не только спицы, но и крючок. Ажур стал основной темой этих нарядов. Модные в этом сезоне старинные мотивы ирландского и немецкого кружева. Лучшей для лета остается пастельная гамма и, конечно же, белый во всем множестве его оттенков. Для любительниц подчеркнуть свою фигуру стоит присмотреть вязаное платье-футляр, а также платье из тонкого трикотажа с фактурным узором и имитацией на запах. Настоящие модницы наверняка оценят образы связанной одежды в виде трикотажного костюма. С брюками или юбками вязаные костюмы создадут изумительной красоты образ с новинками вязаной одежды в лучшем решении. Все больше набирают популярность жилетки с треугольным вырезом или высоким воротом, которые очень эффектно смотрятся с рубашками в мужском формате, немного свободными и в стиле оверсайз. Обратите внимание на практичные безрукавки с капюшоном. Крупная вязка и отсутствие застежек придает легкость и ненавязчивость лукам, которые можно носить с футболками и топами. Вот уже много лет вязаные вещи становятся фаворитами модных коллекций. Фенди продемонстрировал комбинезоны и костюмы из плотного трикотажа, дополнив модные образы вязаными сумочками. Если вы любите оригинальные пляжные образы, значит модные вязаные купальники должны обязательно появиться в вашем гардеробе. Важна нестандартность и женственность, а также эксклюзивность моделей. В тренде самые разнообразные модели, созданные как спицами, так и крючком. Наиболее ценно – эксклюзивная ручная работа, имитирующая кружева в европейском стиле.
Итак, разнообразие модных моделей наглядно демонстрирует, что вязаным изделиям найдется место в любом сезоне. Можно встретить теплые, уютные модели, вязаные спицами, и легкие, ажурные, исполненные с помощью крючка. Если вы умеете вязать, то можно подобрать красивые вещи и самостоятельно связать парочку из них. Если вы никогда не вязали, на нашем YouTube-канале вы найдете множество мастер-классов по вязанию из пряжи без спиц и крючка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока-пока!